Дорогие товарищи, здравствуйте. 8 июня 24 года, Краснодарский край. Я иду и вижу, рыбачки работают. Так, только что вытянул красавчика, карасика, да? Карасик, о, хорошенький карасик, гляньте, какая прелесть, елки, шты-палки, а. И здесь, что у нас здесь? Один лещ и таранки. Да, а ну лещ покажи. Можно? Где лещ, покажи. Сейчас я найду. Это таран. Это таран. Это таран. Ты что ж такое? Я не знаю, но тут где-то лещ. Ты что, не похоже здесь на леща. Ты тем более такой маленький. Можно еще на плотва называть. Ну, плотва, да, да. Не, леща. Не, потом... леща нету здесь. Ну что ты, елки-палки. Таран. Пацанчики говорят, не уходить от них, потому что, когда я к ним подхожу, рыба ловится сразу. Это кувшинка, нимфея марляка, цветет красивенько как. Уточки плавают. Вот, ребята, жизнь идет в Краснодарском крае. Молодцы. Сегодня день рождения моей родственницы Наташеньки, дорогой. Наташенька, я тебя поздравляю. Дай Бог тебе здоровечка, мирного неба, чтобы было так хорошо, вот как уточка, блядь. Сидят на берегу, балдеют. Воробушек подлетел, посидел на веточке, сейчас улетит. Люблю я такие моменты, спокойные, хорошие. Если бы еще не косилка с левой стороны мешала немножко, вообще была бы идиллия. Жарко, конечно. Еще только 9:30, а уже температура, наверное, до 30 плюс. Ну, ребята, это Краснодарский край, что же вы хотели? Да, 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 это Краснодарский край. Правильно, девочка, правильно. Девочка кряквы. Что-то не вижу я маленьких здесь именно. Их-то полно плавает. Они же подросли, там такие большие уже. Но здесь именно сейчас их нету. Эх, пацанчики хотят еще вытащить карасика. Ну что, молодцы, пацаны. Ничего не скажешь. Борис, смотри. Вот так вот. Спасибо. Молодцы, ребята. Смотри, это страсть. Это нормально. Меня отец когда-то говорил, что рыбаки это самое-самое бестолковое. А да, так самое что интересно, покуда сам не попробовал. 75 лет впервые начал ловить рыбу, ребята, потом сутками сидел на пруду. Так что это очень увлекательное, хорошее дело. На воздухе. Сейчас положу рыбу. Или ты серый? Да, да, есть. Ай, я оборвалась, а елки ж ты палки, а. Ай, зараза. И хорошенький был, да? А крючка уже нет. И крючок даже оборвало. Ёлки-пал. Вот это рыбка есть? Была. Да, есть. О, давай. Как-то вчера кто-то из вас говорил, ты, Серега, что да, да, да. Оборвалась. Думала, возьми с собой на всякий случай. Не надо отдавать еще. Взаимопомощь. Мы отдадим потом. Друг другу помогают. Да, говорит, не надо отдавать, ничего страшного. Одно там крючка. Молодцы, пацанчики. Хорошее времяпрепровождение. Приятное и полезное. Пойдет такой, ножик есть с собой специально. Крючки есть еще другие. А есть вот... Нет, это стопорки.
Да. Ожидание, ожидание, чтобы клюнуло побольше. И почаще. Это как копатели, да, ходят в земле с металлоискателем. Ой, чтобы попалось, чтобы попалось. Серебряное, золотое. Древние. Давайте я выберу ему. Так само и рыбачки. Давайте, какой там? Вот он. Я его туда положил. Можете посмотреть за удочкой? Да смотрю, смотрю одним глазом. Борис, нет, они застрявшиеся, смотри. Рыбачка Соня как-то летом причалил к берегу баркас. Женщины увлекаются этим делом. Ну почему бы и нет, елки-палки. Я ж люблю варить он варенье. Значит, почему бы женщина рыбалкой не увлекалась? Не надо, это ж он будет сейчас. Ладно, ребяточки, буду я заканчивать, это слишком долгий ролик. Тоже нехорошо. Леску я Сереге отдала. Все, будьте здоровы.